Опять уборщики! Убейте их! Убейте их, пока они не вышли! До дома Винни оставалось еще пара кварталов. Надо было спешить. Один из наших. Въехал с улицы. Кто был за рулем? Один... Получай. Вот дерьмо. Совсем недавно значки V можно было увидеть по всему городу. Теперь они остались только в самых криминальных кварталах, в могиле этого чудовища. Ублюдки! Думаете, можете вот так просто взять и прийти сюда? Кому нечего терять? Это день судьи. Заброшенная стоянка, где жил Винни, была дальше. Нужно было спуститься вниз по улице. Смотри! Макс, ух ты! Возвращается! Прости! О, сэр! Я знала, что здесь все больше. А можно потрогать? Я не могу удержаться. Ну и как это, уходить? Если обратно приду, отшею стану! Эй, где ты был, черт тебя дери, а? Почему так долго? А где остальные? Ты подкрепление, которое нам обещал Винни, да? Кто же еще? Только я один. Остальных перебили уборщики. Черт! Они нас как мух бьют! Но все равно, один лишний ствол лучше, чем ничего. Ладно, пойдем.
Значит так, пойдем к стоянке. Надо не дать этим русским добраться до босса. Не дадим им добраться до капитана. О, ладно, извините. Я понимаю, что здесь нет ничего смешного. Все жутко серьезно. Приключения капитана Большеголового гоните. Все, хватит! Пора дело делать! Есть что-то в виноваде? Такую погоду хороший хозяин. Давайте, когда появятся уборщики, на нас дождь из свинца польется. Почему это случилось именно со мной? Все шло замечательно, а теперь полетело к чертям! Черт, нет, нет!